Продолжаются отчетные встречи акимов сельских округов с населением. Проходят они не только в сельских округах города, но и в районах. Так, аким Карашаевского сельского округа Мартукского района рассказал о социально-экономическом развитии села и ответил на вопросы жителей. Встреча состоялась в школе села Аккаен. Карашаевский сельский округ Мартукского района входят два населенных пункта. Число жителей превышает 1000 человек. В селе активно строятся новые социальные объекты. Например, в прошлом году местные ребята пошли в новую школу. Имеется у сельчан медпункт и сельский клуб. Несмотря на полную оснащенность социальными объектами, в домах сельчан до сих пор нет газа, а дороги не ремонтировались много лет. От нашего села до районного центра 30 километров. Из них 20 километров хорошая асфальтированная дорога. А вот в селе Аккаен дороги практически нет. Зимой еще можно ездить, из-за снега дорога относительно ровная. А летом и особенно весной и осенью, когда дожди идут, у нас грязь постоянно. Если бы дорогу нам сделали, было бы очень хорошо. Решаются в округе и социальные вопросы. Безработных направляют на социальные работы, а молодежи предоставляют возможность пройти практику или же работать по программе «Жасыл-Ель». Всего по округу у нас 8 человек, которые являются малообеспеченной безработной семьей. В этом плане мы их помогаем им, трудоустраиваем. В летний период, в весенний, осенний, зимний период берем на общественно оплачиваемые работы, значит, на период на 3 месяца, на 6 месяцев, а также помогаем по программе УРЛИУ, особенно малообеспеченным семьям. А также у нас работали по программе «Жасыл-Ель», значит, студенты, 13 человек. И, конечно, в летний период, весенний период, когда начинается весенняя полевая работа, мы ребят или женщин-мужчин трудоустраиваем в крестьянское хозяйство. Развивается и сельское хозяйство. Так, в сельском округе работает два крупных крестьянских хозяйства. Специализируются они на животноводстве и растениеводстве. В перспективе планируется создать производственные кооперативы. Наше крестьянское хозяйство специализируется на животноводстве и растениеводстве. Общая площадь земли 3000 гектар. Сейчас мы ведем переговоры с мелкими крестьянскими хозяйствами, чтобы объединиться в кооперативы. Это обоюдная выгода. Например, у них не всегда есть хорошая сельхозтехника или современное оборудование для работы. Мы им это все готовы предоставить как пайщики. А для нас это дополнительное увеличение поголовья скота. Аким сельского округа по мере возможности ответил на волнующие сельчан вопросы и выслушал предложения по улучшению жизни на селе. Ольга Литвина, Армандос Магомбетов, Казахстан.